С 1 по 9 ноября в преддверии Дня государственного флага в Азербайджане проходит ряд мероприятий, приуроченных к национальному празднику. О подготовке к этой знаменательной дате в следующем сюжете. «Победи силой воли». Под таким лозунгом с 1 ноября Министерство молодежи и спорта Азербайджана проводит ряд мероприятий и акций, приуроченных ко Дню флага. Мероприятия проводятся с целью развития молодежи, повышения их интереса к спорту. Мы решили креативно подойти к этому дню и сделать акцию. И акция будет проводиться в 34 олимпийских комплексах, которые принадлежат Министерству молодежи и спорта. День открытых дверей. И по 1-3 ноября молодежь, которая находится в разных регионах, живут в разных регионах Азербайджана, в 34 регионах Азербайджана, если зайти на наш министерский сайт, конечно, они увидят список всех этих олимпийских комплексов. Они могут пойти и, воспользуясь случаем с этой акцией, конечно же, там будут очень разные интересные игры, разные соревнования, там будут мастер-классы. Далее в планах министерства проведение ряда социальных проектов, ориентированных на молодежь. Отметим, что 17 ноября 2009 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении Дня государственного флага Азербайджанской республики. А 4 декабря того же года парламент Азербайджана официально утвердил 9 ноября как День государственного флага. Ежегодно в преддверии этой даты по всей стране проводятся различные акции и мероприятия. Медина Гурбанова, Сеймур Гулиев, CBC.